Ну, а прямо сейчас, без всяческих промедлений, представляю победительницу хит-парада прошлого вторника, Светлана Искрина. Она уже в студии, прямо напротив. И здравствуйте, и добрый вечер вам, Светлана. Здравствуйте, Альбина, и всем слушателям Биорадио тоже. Да, друзья, очаровательно в прямом и переносном, во всех смыслах, девушка напротив меня. И талантливая, что самое главное и самое приятное для нашего хит-парада. Светлана, как настроение? Как вообще добрались до студии в этот зимний вечер? Настроение отличное, добралась очень хорошо. И вообще в студии мне очень вас нравится. Все такое мило, все такое уютное. Ну, елочка у нас есть. Елочка новогодняя, да, с наступающим Новым годом всех. Да, уже можно, кстати, начинать. Ну, а теперь о настроениях, собственно, музыкальных, потому как немного времени на диалог. Как на реченьку песня, которая ворвалась в наш хит-парад, и, к счастью или к сожалению, непонятно, вот была недолго, потому как сразу в лидеры выбилась. А как она возникла, когда она была написана, в связи с чем вот такая какая-то вот веселый фолк такой? Все абсолютно верно, веселый фолк, фолк вместе с эстрадой. Да. Написана была она очень давно, написана была еще в Астрахани, потому что я сама приехала отсюда к вам в Казань из Астрахани, живу здесь всего 2,5 года. Первые зарисовки ее были там, и уже здесь, когда я познакомилась с профессиональными звукорежиссерами, уже более-менее набралась определенного опыта, я решила записать это все, зафиксировать, сделать профессиональную аудиозапись. И все получилось. И все получилось, да. Да, еще как получилось, я могу сказать. Спасибо. Ну, я могу сказать, что у меня был соавтор. Припев этой песни придумала Эльсияр Сиразиденова, здесь известный композитор. Большое ей спасибо. И привет. И большой привет. Возможно, без этого припева эта песня бы не существовала. А, собственно, из Астрахани в Казань... В связи с чем? Вот 2,5 года переехали работать, учиться. Что произошло? В Астрахани я закончила музыкальное училище. У меня педагог был заслуженный артистом Республики Татарстан в свое время, где-то лет 20, наверное, назад, Елена Михайлова. И благодаря ее направлению, по желанию, я переехала в Казань, поступила в консерваторию Казанскую к Нине Варшавской. Очень довольна. Учусь сейчас на третьем курсе. Вот только хотела спросить, ну и как, а услышала сразу очень довольна. Очень довольна, да. Хорошо. Потому что считаю, что у каждого профессионального эстрадного вокалиста должна быть классическая школа, основа основ. Полностью за, и не только у вокалиста. Классическая база должна быть. Светлана, есть ли что-то еще, так скажем, в запасе или, быть может, в столе? Как много, то есть авторское, музыкальное, вот такое песенное творчество, насколько вот планируете развернуться, так скажем, чего нам ждать от вас? Я думаю, в ближайшее время нужно ждать еще одного какого-нибудь хита такого хорошего, танцевального. А может быть, это будет лирическая песня, я пока еще не знаю. Есть кое-какие задумки, есть тоже свои песни, но вот нужно все довести до ума. Сделать все на более профессиональном уровне. И только потом в массы. То есть не грешите, да, такими вещами, как демо-версия и в интернет полетела. Нет, я думаю, этого не стоит делать. Анонс можно какой-то выложить, что в ближайшее время это ожидается, но нужно на публику вносить уже качественный продукт. Вот это похвально. Это похвально. И уже редкость на сегодняшний день. Потому как вот эта вот, так скажем, доступность в интернете, она вот, мне кажется, и часто самих артистов сподвигает на какие-то вот такие вот быстрые, так скажем, развитие событий. Хорошо, Светлана, а вот ваше творчество, да, концертная деятельность имеет место быть вот в рамках вашего творчества, того самого? Да, абсолютно. Где вас можно услышать? Меня можно услышать на любом корпоративе. Так, прекрасно. Ну, на каких-то торжественных мероприятиях в Казани я стараюсь тоже работать. Я работаю в творческой мастерской Ренат Касимова, в продюсерском центре. Ага. И иногда сама создаю свои какие-то музыкальные продукты, стараюсь им помочь тоже как бы и себе, и музыкальным продуктам продвигаться здесь, в шоу-бизнесе Татарстана. Ну, как обычно, все, новогодние корпоративы, праздники. Да, друзья, все актуально у нас. Даже победители со своей информацией тоже очень даже актуально. А творческой мастерской вашей, значит, тоже привет обязательно. Спасибо большое. Окей. Светлана, что помимо музыки еще радует ваш
глаз. А чем еще занимаетесь? Или вы только в музыке с головы? Да. Вот вы знаете, последнее головы. Время только так и получается, что полностью себя посвящаешь творчеству. Но иначе больше никак, наверное. Нужно отдаваться полностью одному какому-то делу с головой. Потому что не выйдет. На двух стульях не усидишь. На двух стульях не усидишься, да, теперь. Прекрасно. Светлана, наши вам пожелания только самые лучшие. Желаем вам успехов самых-самых невероятных, потому как все предпосылки есть. Спасибо. Прекрасный голос, прекрасный посыл, прекрасная энергетика. И все. Я думаю, что не раз мы вас услышим и увидим на Бим Радио. Будем ждать вас в хит-парад. А вы нас будете ждать? Конечно, спасибо вам большое за такую возможность. Ну и возвращаясь к вашему хиту, потому как по-другому и не будем называть. Представляете, еще раз песню, ее послушаем, друзья. А после, кстати, вот, есть еще один вопрос. Заметили, да, есть у нас участники, которые каждую неделю меняются, друг другу уступают места. Сегодня смотрели, слушали? Да, я послушала сегодня. Что понравилось? Кто понравился? Ну, наверное, две композиции достойны уважения. Это, если, возможно, могу неправильно назвать, Байрон. «Песня лучами рассвета» и, ага, наверное, Ксения Шадар. «Родители». «Родители». Очень трогательная и трогательный очень текст у этой песни. И думаю, что эта песня будет иметь очень большую аудиторию слушателей. То есть, причем абсолютно без какой-либо градации. То есть, начиная там от подросткового возраста до пожилого возраста. Ну, всем приятна эта тема, наверное, и всех она трогает. Ну, а если бы выбирали сегодня между этими двумя, кто бы лидировал? Потому как неизбежно будем подводить итоги, но уже с гостем. А вы бы как решили? Конечно, песня «Родители» трогает меня, но отдала бы предпочтение Байрону «Лучами рассвета». Потому что тоже трогает, и потому что это очень профессиональный трек, на мой взгляд. Здесь действительно все гармонично. И баланс звука, текста, вокала. А в треке «Родители» я бы еще кое-что, наверное, изменила. Ну, с какой-то музыкальной точки зрения. Прекрасно. Спасибо за мнение вам, Светлана. Еще раз вам творческих успехов. И вот прямо сейчас можно говорить о песне. Как она называется и что выиграла, друзья, на прошлой неделе, напоминаю. Как на реченьке, слушайте и заряжайтесь позитивом. Всем хорошего настроения. Да, друзья, Светлана Искрина, 102,8, ура! Погулять, хороводы закружат.